Двор дома номер 90 на улице Рябикова по вечерам превращается в театральную студию. Под руководством опытного режиссера юные засвияжцы осваивают речевое мастерство, азы актерского искусства и занимаются вокалом. Наша съемочная группа посетила зародившийся храм Нельпомены и пообщалась с одним из артистов. Десятилетний Богдан решил поделиться творческими планами. Я буду соло про маленькую сценку. О чем она будет? Наверное, как я понял, это будет о правде и о смелости. «Лето – это маленькая жизнь» – так называется проект, созданный для отдыха и культурного развития детей. Местный ТОС «Волга» стал театральным первопроходцем благодаря стараниям руководителя самоуправления. Год назад ей удалось выиграть президентский грант на создание студии. 500 000 рублей уже используется по назначению. В настоящий момент мы перечислили предоплату по договору, и уже закуплены материалы, сцена уже фактически готова, и сейчас мы согласовываем место ее расположения со всеми службами. Кроме того, у нас будет уже закуплено музыкальное оборудование, это и колонки, и микшеры, и микрофоны. Пока что техника хранится дома у Натальи. Сцену привезут по заказу этим же летом. По заверениям руководителя, все будет готово в ближайшие месяцы. Стоит поторопиться, ведь ребята уже разучивают программу осеннего концерта. Премьеру ждут не только дети, но и их родители. Мама Софьи Ирина Панцирева считает, что эти занятия не только увлекательны, но и полезны. Интересно ей стало. Она с людьми больше общаться начала. Полезно то, что мы учим сейчас к школе хорошо, что будет это с учителями разговаривать. Комплексность зажатость пропадает. Дети с пользой проводят время, родители радуются их успехам. Театральную студию посещает более 20 начинающих артистов. Занятия бесплатные, а прийти позаниматься могут дети из любого района города. Виктория Чуркова, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ.